песня «Влечение вечных сердец» зацепила именно звучанием. Потому что текст я уже потом прочитал. Все-таки текст, наверное, вторичен, но вот, как бы сказать, звучание вот за сердце, вот за душу хватает, что ли. И потом уже понимаешь слова. Потому что, по сути, сама песня, она, наверное, затрагивает, потому что зацепляет те самые личные ценности, которыми человек, по сути, душой подсознательно стремится. Стремится, вот, несмотря на, может быть, материальный мир, вот, в самом материальной жизни, иногда в душе понимаешь, что чего-то хочется большего. Вот, действительно, как в самой песне говорится, оставить после себя что-то. Не просто вот ты пришел, ушел, а если после тебя, ну, другим людям будет жить лучше. По сути, это, наверное, ответ на все вопросы, чем мы живем, чем мы можем сделать этот мир лучше, пусть немного. Даже в каких-то даже повседневных, может быть, делах.